Здравствуйте! Все поклонники биатлона внимательно, как всегда, следят за тем, что происходит в сборной России по биатлону. Так, стало известно, что старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров не включил Евгения Гаранчева в список биатлонистов, которых хотят взять на централизованную подготовку к сезону 2020-2021. В разделе с предлагаемым составом команды на централизованную подготовку в межсезонье вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Пошнев, Семен Сучилов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко. Фамилия Гаранчева также не оказалась в списке резервистов, ведь туда вошли Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Андрей Вьюхин и Даниил Серохвостов. Отметим, в сезоне 2019-2020 Евгений Гаранчев принял участие во всех этапах Кубка мира по биатлону, а также выступил на чемпионате мира. Но ни в одной гонке Гаранчев не сумел попасть даже в десятку сильнейших. Да, к большому сожалению, Евгения Гаранчева не включили на централизованную подготовку на следующий сезон. Мы почему-то симпатизируем этому биатлонисту, даже несмотря на его неутешительные результаты. Кстати, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова тоже нет в этом списке. А вы что об этом думаете? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!